Так, всем привет, дорогие друзья, с вами Тотем Паута, а мы продолжаем играть в трансформеры, закаленные в бою Forget to Fight. И у нас вышло обновление, которое посвящено фильму, выходящему 22 июня, «Трансформеры. Последний рыцарь». Я просто не мог не зайти в игру, не обновить ее, потому что это моя обязанность. У нас тут, смотрите, поздравляем, ваши награды были собраны, приняты. Какие-то усиления добавили, потом... Скоро матрица лидерства, тут что-то кристаллы. Ладно, смотреть календари давай. Календари посмотрим. О! Заходи в игру ежедневно, чтобы получать награды. О, охренеть! Все, она теперь будет ежедневно мне входить. Слушайте, ребятки, будем каждый день в игре сидеть, пилить видосик. Охренеть, у нас, смотрите, у нас карта уже совершенно другая. Чё с картой? О, кристалл самурая, ни хрена, надо нам сейчас будет посмотреть обязательно. А тут у нас чё? Оборона. Оборона провалена. Фигово. Ладно, давай кристалл, что ли, соберем. Надо посмотреть, что у нас там сейчас с кристаллами творится еще. Обязательно. Мы, поход, теперь себе ни в чем не будем отказывать. Будем копить энергон вот таким способом. И открывать кристаллы, и все, добро пожаловать, новый мощный отряд. Звук что-то поменяли. Окей. О, ну ладно, тоже неплохо. Да уж, этот рандом, конечно. Комплект Оптимуса Прайма, используйте свой. Ладно. Давай мне своего Прайма. А может, создадим? Пофиг с тобой. Хрень. Так. Предлагаю, знаете что? О, уже 20. Было 5, стало 20. Офигеть, нам надо в бой идти. У нас там столько всякой хрени новой. Это ясен пень. Давай его налим. Так. В бой, что ли? Охренеть, у нас вон еще кристалл тут. Кристалл самурая, сколько ты стоишь? Ну, 150, я так и знал, надо будет обязательно сейчас посмотреть. Ну-ка. Я же отец свой кристалл не открыл. Кристалл Альянс, охренеть. С
Сколько у вас этих кристаллов? Что? Ты чё? Так зависаешь-то. Ага. Опа, опа, опа. О, блин, да. Ладно. Кого там мы улучшить-то можем? Мы можем улучшить нашего сайт свойпа. Все. Улучшили. Бич. В бой. Так, в бой. Что у нас тут в бою? Арены. Особые. Сюжетные. Новые сюжетки там, а я сюжетки ни хрена не проходил. Ну-ка. Смотреть награду. О! Другое дело. Давай первый узел пройдем. Жил-был Десептикон. О, какой узел у нас. Так, а у меня команда из Десептиконов. Ну, шикарно. Прям как надо. Хорошее обновление. Да, конечно. А, кстати, вот насчет вида, заметьте, вид у нас уже другой. Мы видим тут Кибертрон. Еще, видимо, Кибертрон тут до войны, потому что, видимо, тут вон реки Энергона текут, все дела. Да, это вот на Энергон больше всего похоже, то, что реки Энергона. Все хорошо, войны нет. Неужели? Командир, плохие новости. Есть сведения, что наш товарищ автобот Дрифт, пропавший мятежник. Мятежник? Как так? Он автобот, бесспорной доблести. Видели, как он покидал базу, угрожает нам из автоботов? Мне трудно в это поверить. Какому автоботу? Хот-роду. Как это возможно? Телетрон не отследил присутствие Хот-Рода на этой проклятой планете. Здесь кроется какая-то тайна. Быть может, если мы найдем Дрифта, присутствие Хот-Рода подтвердится. Так же, как подтвердится верность. Так, ну что ж. Я уже забыл, кто кого бьет-то. По-моему, надо на разведчика идти. Так что я знаю, кто с этим разведчиком у меня сейчас прекрасно разберется. Ну чё, в бой!
Вот ты сохраняю свой HP ковки. Чем выше уровень ковки, тем больше HP ковки они дают. Ух, так. А ну, братс, рейнджер матч. Так, ну-ка. Давай, грузи уже, мне не терпится бой. Говорят, тут карта новая появилась, посвященная фильму. Мне на карту очень сильно посмотреть хочется. На новую карту. Тут же у нас еще карту добавили. Охренеть! Вы только посмотрите на эту карту. Друзья мои. Только посмотрите. Посмотрите, что тут вокруг творится, друзья. Вот не на обои мой смотрите, а смотрите, что тут вокруг творится. Это карта вот из фильма. Охренеть, я его работал так, что он мне ничего не сделал. Ага. Хотя давно в игру не заходил, и у работы уже. Давай, побежали дальше. Данные показывают, что цель находится прямо по курсу. Под целью ты подразумеваешь дрифта? Он автобот, он мой друг. Раз он повелся как пропащий мятежник, значит, он цель, которая может привести нас к Хот-Роду. Кстати, заметьте, пропащий, пропавший. Пропащий мятежник. Пропащий. Ага. Да блин, а чё мне тут выбирать? Давай вперед сразу. Гринджер. Замочи. На колбасу поруби. Офигеть, тут у нас уже карта, видимо, с этой. Уже потемнение, ночь идет. Охренеть, конечно, что тут творится. Вот на карту вот смотрю. Отлично. Вот как же я давно в такие бойни не играл. Как же я люблю такие бойни. Откуда тут ментовка-то опять взялась? Звуки сирены. Так, давай побежали дальше. Так, это у меня с... А, ну... Спробуем пусть... Бладжин... Борется. Дни Десептикона у меня в команде, офигеваю. Самые сильные мои боты, ё-мазай. Иди сюда, тыч. Давай, бич, бич бомжи, эй. Темпаут полез. Ты бич бомж. Ты бич бомж. Я сейчас сделаю контратаку, смотри. Тыч. Тыч, 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 тыч. Смотри. Тыч, тыч, ты лоханулся. Тыч. Оба-на. Нет, ты не успеешь. Ах ты. Вот так-то тебе. Говнюк. А куда мне дальше? А, запутанные такие дороги у нас тут. Давай Арси побьем. Гриндером опять же.
Арси, ты сейчас будешь страдать. Да, сейчас она так страдать будет от моего гриндера, самого мощного командира в моей команде. Командир Гриндер. Ew, бич. Эй, бич бомж. Ну, она, правда, это уклоняется, уворотливо. Ну, а так разведчика легко. Это ж разведчик всего лишь. Я ж сказал, ничего не смогла даже сделать. Чё с ней возиться-то? С ней возиться и не надо. Пару ударчиков прописал, и все, он уже лежит. Так. Сюда поехали. Ага. Рэтчет сообщил, что мне необходимо вернуться на базу. Зачем? Он изучил мои биокиберданные и обеспокоен, что у меня произошла утечка кибертониума. Если это так, это может привести к серьезным неисправностям. Неисправностям, которые могут поставить под угрозу как себя, так и миссию. Предлагаю прислушаться к предупреждению Рэтчета и вернуться на базу. Рэтчет никогда не ошибается. Мне нужно вернуться, но при одном условии. Когда ты найдешь Дрифта, помни, что он автобот. Обойдись с ним соответственно. И обойдусь с ним соответственно его действиям. Больше я не могу обещать. Вот. Ой, теперь давай Window Blade замочим. Папаша и Руссо. Папаша Руссо. Эй, иди сюда. Ты чё такая дерзкая? Ох, я больше сейчас смотрю на карту, чем на бой-то сам. Ну-ка. Джух. Тыщ. Ты охренел, что ли? Как? Я ж тебя кинжалы, мать его, кидал. Ну-ка. Бич бомжиха, на тебе. И не сопротивляйся. Вот это бот, конечно. Винблейд, охренеть, я в нее, значит, кинжалами. Бросался она тут. И чё ты? Ты кто такой? Засада. Тоже мне засада. Миксмастер. Убей. Тоже мне засада. Тебе бич ама Stone Production, на еще будешь, на тебе еще. Ах ты шартикон проклятый, охренеть, ты чё? Я из мести падших, понял ты, миксмастер. Он, знаешь, какой мощный, он в девас...
Он часть от Девастатора самого. На тебе. И еще. Полетел. Ну да, конечно, дело миксмастера мне помял. Охренеть, неужели я дошел до этого? Брикида. Бункрашер. Охренеть. Два друга будут сражаться практически, ну да, из одной вселенной. Только Боункрашер сдох в первой части, а Гриндер во второй. Охренеть. Сражаться будут. Сюда. Ты чё такой, Боункрашер, из себя, а? Тебя Оптимус Прайм шатал, ты это понимаешь? Охренеть. Понятно, в ответку тебе, значит, надо. И еще. Все. Лежи, спи. Доброй ночи. Ух, ну все, Барри. А, приближается могучий поборник разумной свободы. Он путешествует с командиром. Похоже, кому-то не терпится взяться за драку. Так, сейчас будет пауза небольшая. Так, я возобновляю запись. Он путешествует с командиром. Похоже, кому-то не терпится взяться в драку. Триф, ты ведешь себя подозрительно. Мягко говоря, требую, чтобы ты вернулся на базу. Есть вопросы, которые необходимо обсудить. Вопросы могут подождать. У меня есть дело. Дело десептиконов? Мое дело. Это не касается кого бы то ни было из твоей реальности. Должен ли я заключить, что теперь ты предан Десептиконам? Если ты хочешь обсудить вопрос преданности, поговори с Баррикейдом. Я же теперь предан только одному месте. Месте он предан. Давайте Баррикейда немножко попробуем помять. Да, давайте. Я знаю, что мало здоровья. Бладжин, надеюсь, твоя жертва будет не напрасна. Попробуем помять его немножко, этого Баррикейда проклятого. На. Охреневший. А чё ж ты не из пятой-то части, а? Чё ж ты из первой говняной-то части, а, Баррикейд? Ах ты, гандон. Пофиг. Моя ещё тебя возьмёт. Ну что, Гриндер, надо его отмдохать. Бладжин не справился, конечно. Давай, иди сюда. А, ну так ты же с темной стороны Луны, хрен ли. Это чё, шутка? Несколько ударов мимо шли, это как? А Баррикейд, это как объяснять?
Ах ты, урод. На к тебе. На комбо. Ах ты. Фигли ты мне там свои блоки пока заживаешь. Вот так прилетело тебе. По самое не хочу. Моя награда. На базу пошли. Чё мне на базе золото забирать? Посоль. Отлично. Кого бы улучшить, а? Как я его сейчас-то получу? 150 энергона. Посмотрим на этот топ-приз ваш. Гриндер, могу ли я тебе помочь? Какие у меня... Ага, вот теперь я знаю, кому сейчас надо дать-то вкусняшки. Младжин. Все, больше нет. Окей. Младжину вкусняшку дали. А кто у меня там? Это чё? Так, у меня, по-моему, был говнюка. Ну вот ренок жить у меня. Он, по-моему, там стоит на страже, да? Ренокс. Теперь остальное все еще на гриндера направлю. Все эти маленькие кусочки в гриндера. Давай. Окей. Повысить ранг. Ковка. О, как хорошо-то. Ковка. Вот выкован. Уровень ковки. Да уж. Ладно, дорогие друзья, на этом я заканчиваю первую часть этой серии. Мы к этой игре еще вот прямо сегодня вернемся. Нам там сколько осталось? Давайте посмотрим. Блин, сюжетки. Какие сюжетки? Стой. С сюжетками-то. Особые... Где хот-рот нарисован. Узел. 9%. Нам осталось вот пройти самоволка, автоботы, предатели. Короче, дорогие друзья, нам
мы сегодня должны будем пройти вот из этого акта этот. Я думаю, еще этот пройти. Надо нам добыть кристальчиков и энергона. Ладно, дорогие друзья, с вами был Тутемпаут. Я еще к вам вернусь. Всем удачи, всем пока.